Ты у нас останешься с тобой? Ну, да, конечно. Это ж вам подарили. Причем он мироносится. Можно? Можно, можно, да, листай, конечно. Руки времени. 70-е, 80-е. Один черный шов. Мастерская. Такие ползущие, лежащие, отдыхающие, загорающие, куда-то лезущие, гимнастические. Да, молодец. Принципиальный формалист. Можно? Да, да, конечно. Можно и быстро пролистать. Ух ты. Прижимай ее. Иди. Разебается. Как здорово. Так. Такие формы получились. Причесывающаяся девушка. Очень интересно. Очень мне нравится. Такое. Такое чувствующее. Поющие сосуды. Поющие сосуды. Обалдеть. Надо такое делать, а? Ой, еще бы звук слышать. Это было вообще потрясающе. Еще прибавить бы к этому звук. Ой, прям хочется услышать звук. Воздушные акробатки. Акробаты. О, вот это, смотри. Две головы. И слитовые единороги. Ну, потрясающее вообще преобразование. Вот выход живой формы. Что-то такое, вот такой пластик, вот такой настолько. Так, настолько синтезированный форму. Такой, и настолько точно это все. Угу. Смотри, тут ведь пальцы. Угу. А тут грудь. И тут тоже. И так льются формы. Это потрясающе. Просто буквально. И условность. Настолько эта условность, передающая саму суть действительно человеческой формы, движения какого-то застывшего какого-то мгновения. Смотри, как такой крендель получился. Действительно, попробуй так сложи руки. Настоящий крендель получится, голова, наверное. Mm-hmm. А? Если еще так вот, такие вот руки вы полные. Очень форма. То... Вот здесь резьбы деревянные, которые вот. Лежат. Вот он крендель. Блять. Сейчас еще вот туда изогнуться. Ноги туда выкинуть. И тот самый клиник. Обалдеть. И ложки. Кающиеся. А, все такая кающиеся, что и ножки заплелись. Встань. Все так испущенные. Уже вот-вот. Вот-вот. Совсем вот-вот. Беременные. Ой, какие смешные. Ну, вообще. Ну, да. Потрясающе. О, это поющие. Поющие беременные. Ой, смешно как. Ну, так здорово. Керамические. Керамические. Ты керамические. Смотри. А ведь это, по сути дела, храм. Смотри как. Угу. Храм. Троица. И столько тут одно в другое превращается. И суть совмещается настолько естественным образом. Ух ты, какие. Тяжелый танец. Да. Тяжелый.
Здорово. Знаете, красиво. Какое талантище, а, господи. Потрясающе. Я не видела его работы. Скорее всего, может, где-то попадалось. Где-нибудь так на какой-нибудь выставке. Одна-две. Возможно. Надо сказать, что совсем таких форм не видела. Не могу сказать, что-то попадалось. Но вот в таком объеме и вот в таком вот в такой интерпретации это что-то такое. Дискообразная. Образная. Это еще и дама у нас дискообразная. Ой, камешки. Ой, камешки. Какие керамические плашки. И камешки. Чуть не золото. Спираль. Соленоид. Соленоид. Вау! Итак, глянь, оттуда видно тебе? Смотри. Здорово. Шикарно. На фоне так выставлены. Светотень. Светотень. Блестящий. Фигуры так. Смотри, что делается. А, обалдеть. Это вообще тут плачущий. Что это такое? Как это называется? Где смотреть? Впереди или сзади, или молящиеся. Параскева пятница, экзекуция. Ой, светная параскева. Тогда это моё, да, ценное. Это вот это, что надо посмотреть вот здесь, наверное. Ещё так поставили на красный фон. Ну, где, почему нет названия? Как раз, наверное, это вот то, что ты сейчас прочитала. Следующее. Нет. Переверни. Ты думаешь? Ну вот слева. Этому? Да. Нет. Металлосварка, нет. Это вот это краскиво колено само. Ай, пациент. Ложи не могу. Колобки. Оплакивание. Дерево. Рельеф. Шамот. Анкубы, смальта. Феминистки. О, слушай, такая. Действительно, феминистки. И такая самоуверенность в каждом движении. Острота. Такая пронзительность, тонкость такая. Такая выпендрёжная. Феминистки. Очень, очень классно. Очень точно подчёркнуто. Вообще всё. Необыкновенно. Необыкновенный взгляд человека. Ой, какая прелесть. Ожидание. Идём. Классно, еще. Очень графично. Ага. Это было там. Спокойствие называется. Ну, чем тебе не Пикассо? Наверное, что-то от него тоже. Вычеркнул слегка чуть-чуть. Груди. О, акварель, фломастер. Какие масштабы. Я уже пронесу быстрее, ладно? Да. Урине в плену. Юрий Калай. Это сыр бред. Ничего себе. Ой-ой-ой. Петр Павлов. Библиотека иностранной литературы. А? Потрясающе.
Пионы, ветерки. Концертный зал музея усадьбы Чайковского. Ой, пить хочу, невозможно. А, классно как. Мужский замок. Исси. Нарштейн. Это знаешь, какой Нарштейн? Угу. Художник. Юрий. Художник. Да, художник-мультипликатор. Угу. Ёжик в тумане. Ёжик в тумане. Ванга. Миграция. Ага. Юли Файф. Не знаю, Файфа. Дон Кихота. Хамовничка. Дон Кихота. Ой. Ну, это известная. С цветами. Нет, я не видел её. Вот это и вечный. Ирине и Виталию Бондаревым от внучки автора в день посещения мастерской Екатерины Сивис 15.04.2018.